Приветствую вас. В первую очередь хотелось бы сказать, что я поддерживаю коллегу Светлану в ее ответе вам. Вот, и искренне надеюсь, что вы к ней прислушаетесь, потому что она говорит важные вещи, на мой взгляд. Мне кажется, что вы чрезмерный акцент, большой акцент делаете на отметках. То есть для вас прямо важно, что ребенок получает вот именно такие плохие оценки, вот. Так ли это важно на самом деле? С какого момента ребенок начал не успевать, как вы говорите, за устными предметами? Ведь, ну, совершенно очевидно, что в какой-то момент это начало происходить. Вот. Вопрос заключается в том, в какой момент это начало происходить. Это важно, потому что вполне вероятно, что вы делаете, ну, не совсем, образно говоря, правильные выводы, да, не совсем правильные выводы вы делаете из тех фактов, которые у вас есть. Вот. Возможно, ребенок в какой-то момент почувствовал на себя давление со стороны вас, со стороны, там, я не знаю, учителей тех же, вот, и прочее. И, возможно, именно по этой причине, в том числе, по этой причине, начал отставать. То есть в известной степени здесь усилилась его мотивация. Усилилась мотивация учиться. А он, скорее всего, сейчас уже просто не хочет этим заниматься. Ну, типа, не получается, да, вот не получается, и все. То есть ребенка нужно для начала отпустить, ничего страшного, плохих отметках нет. То есть объективно что-то у него получается, у ребенка. А что-то нет. И как бы это нормально. То есть вы все предлагаете вырывать ребенка из привычной среды, да, то есть как бы менять, вы пишете, да, менять классного руководителя. Но ведь помимо того, что это не так-то легко сделать. Вот. То есть, помимо того, что не так легко сменить классного руководителя в принципе. Вот. Это еще и ребенка в известной степени сделает, как так сказать, слишком особенным. Вот.
что может причинить ему абсолютно, ну, необоснованный вред, на мой взгляд. Вот. Поэтому мне кажется, что торопиться с принятием такого решения не стоит. Как минимум не стоит торопиться. Вот. Потому что очень легко, как я уже сказал, да, очень легко навредить ребенку, вот, очень легко сделать так, что ему станет еще хуже. Вот, понимаете, какая история. Так что здесь необходимо более, на мой взгляд, тонкое и деликатная работа. Вот. С ребенком. А не просто развивать в нем какие-то качества, да, которые ему, может быть, даже не очень интересны, и которым он, возможно, ну, не предрасположен. Вот. Вот так вот я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что мой ответ вам поможет вместе с ответом коллеги Светланы. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!